Отлично, вижу. Теперь помести книгу на аналой. Я говорила, что не зря проделала этот путь. И я не собираюсь быть твоей послушной женой! Я сама буду править преисподней! Видно, не суждено мне быть с тобою. Нет никакого желания. А ты, книга, сколько от тебя несчастий! Хотела бы я вернуть все так, как недавно было. Наверное, о том же мечтал и дедушка. Но время вспять не воротишь. Сатана говорил, что написал книгу в этом самом пламени. Пламени, что создало все это могущество. Я овладела всеми печатями черной книги. Теперь мне будет подвластна и гиена, что породила ее. Вот такой вот случай был. Кто видел, так много чего говорят. Мол, на рост-то не-то, в пекло заглянуть можно было. Так и исчезла Василиса. А потом в старой церкви, у Пентегота, один богомаз там жить стал. Петрович его звали, чё ли. Это уже после того, как Красная Армия пришла. Так вот, стал он икону писать. Чё-то с пеклом там связано. И пишет, а за место сатаны баба сидит на троне. Потом в Вильгарте показывали. Там Векшу ту и узнали. Ну, ей-богу, вылитая Василиса. А с уездом нашим чё стало? Сами, небось, знаете-то, чё стало. В Вильгарте худо потом жилось. Да и сейчас не то, чтобы рай-то на земле. Красные церкву разбили. Голод был. Ах... Вспоминать противно. Василисины товарищи-то, и про них известно. Петька стал охотиться на бесов всяких да колдунов, что остались. На чистую воду их выводить. Про Акулину тоже слышно было. Она была колдуньей и хотела стать, как Василиса. А потом не до колдунов уже было-то. За Петьку вышла. Так и жили. Федор ладно зашел. Говорят, в Пермь уехал, в театре оперном. Талант у него был. Николай с бабой своей бесовской хорошо жили. Долго. Даже советская власть им была нипочем. Ну, как заговоренная. А Карныш в роще-то и зажил. Говорят, много кому помогал, да. Ну вот случай был.
Помог на войне-то парню. Уберег... Ладно, потом про это расскажу. Еще черепушка у нее была. Искали ее, чтоб схоронить. Так и не нашли. Сгинула. Бес его знает куда. Прошка Василисин пропал с концами. Кошки? Чё с них взять? Барин тот. Так наукой-то и занимался. Делал какие-то устройства все бесовские. Тьфу. Чё дальше было с ним, не знаю. Большевики убили, чё ли. Ну а Егор? Егора как схоронили. Он, говорят, так еретником-то и блазнил. Ох, жути с этим дедом натерпелись. Перебили ему позвонок потом. Разрывали могилу-то. Вот такой вот случай был. Это у нас все помнят хорошо. Верят ли? А сам не знаю, чему верить. Ну, время-то... время идет. Не то уже сейчас. Не то, что в старину-то было. Рад, что рассказал-то тебе, пока из головы не выпало. Эх, поздно уже. Пора и честь знать.